Всем привет! Вы снова на канале Евгений Лайф. Мы в Фикс-прайсе. Пробежимся по новиночкам. Сито с ручкой 16 сантиметров. $116. Открывалка. 49,50. Ситечка для чая. 49,50. Банка для сыпучих продуктов на 2,5 литра. Цена 174,50. Банка для сыпучих продуктов на 4 литра. Состав здесь пластик. 249 рублей. Лопатка кулинарная 22,5 сантиметра. Цвета есть в ассортименте. 43,50. Овощи чистка. Два варианта на выбор. Цвета есть тоже, ручек разные. По 55 рублей. Венчик 25,5 сантиметров. 83 рубля. Есть такой венчик 27 сантиметров по 62 рубля. Также в наличии есть такой венчик. 49,50. Дрюшлаг с ручками. 23 сантиметра диаметр. Цена 199 рублей. Контейнер-кружка на 750 миллилитров с крышкой. Ой, мне они так нравятся, такие красивые. Я уже как-то их показывала. Так, что с ними здесь можно? Микроволновки, да? Состав полипропилен. Там, да, вроде как в микроволновке можно подогревать. Цена такого контейнера 69 рублей. Контейнер винтовой на 330 миллилитров. Цвет крышек есть разный, на выбор. Яркие крышки. 24,70 цена. Также есть на 660 миллилитров контейнеры винтовые. 29,50 цена. Мельница для соли и перца по 249 рублей. Форма для выпечки складная 20 на 13 сантиметров. Состав силикон. Цвета есть разные в ассортименте. Так вот форма будет выглядеть в разложенном виде. Цена 149 рублей. Всем пока-пока.